Привет, друзья! В России начались испытания мини-реактивного двигателя МГТ-22 «Калибри», предназначенного для реактивных БПЛА. Компактный газотурбинный двигатель разработан инжиниринговым центром Самарского университета. Подобные двигатели сейчас очень востребованы разработчиками реактивных дронов. Об одном из них мы рассказывали, ссылка в описании к видео. Не будем растягивать видео. Вся техническая информация о двигателе на экране. Нажмите паузу, чтобы лучше с ней ознакомиться. Сейчас проходит испытание двигатель МГТД-22, работающий на керосине. В проекте, как показано в таблице, более мощные двигатели МГТД-40 «Чайка» и МГТД-100 «Орел», которые будут превосходить МГТД-22 по размеру, тяге, мощности и другим характеристикам. Разработчики обещают систему управления двигателя, которая позволит использовать топливо на 2% эффективнее, чем конкуренты, а дальность полета увеличит на 10%. Весит двигатель «Калибри» чуть больше 2,1 кг, длина корпуса 38 см, диаметр 15 см. Максимальная тяга двигателя должна быть 2220 ньютонов. Согласно расчетам, оснащенный таким двигателем небольшой БПЛА при взлетном весе 45 кг сможет развивать максимальную скорость 800 км в час при максимальной высоте полета 9000 метров. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.